Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и сегодня Покашеварим здесь! Взорище? Нет, сегодня жертву маркетинга! Got them holes in the kitchen. Давненько я что-то не выпускал ничего интересного в плане вот товаров из магазинов. И тут мне попались вот такие вот штуки. Флай-чипсы. Хрустина, здоровье, типа там зерновые. Они полезные вроде как. Стоят, между прочим, почти 70 рублей. За пачку, в которой, дай бог, да, 40 грамм. 40 грамм. Это надо уметь продавать зерновую какую-то штуку за больше, чем за 100 рублей 100 граммов. В масс-маркете, между прочим. Ну ладно, посмотрим. Разные вкусы. Все и томаты, и острые, и томаты, и оливки, и всякое такое. Давай изучим состав и попробуем. На двух пачках почему-то у нас, значит, аннотации приклеены на белой бумаге, а тут родненькие. То есть тут что-то менялось, видать, в составе, что-то дополнялось. Пачка такая, черная как бы. Это залог успеха по умолчанию. Все коммерсы думают, что черная пачка – это хорошо. Но смотри, они вообще не стали запариваться. То есть у них пачки абсолютно одинаковые. То есть на всех пачках нарисован помидорчик и вот эти хрустящие чипсы. И здесь приклеена тупо наклейка, с чем они внутри. То есть они берут чипсы и добавляют разные сушеные травы. Я почитал уже состав. Состав, в принципе, крупа рисовая, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. На втором месте, кстати, значит, его много, да? Ну, как много? В 40 граммах сколько может быть много масла? Гречневая крупа, кукурузная, крупа пшеничная, томат сушеный молотый, базилик, шалфей сушеный молотый, без искусственных ароматизаторов и красителей. В принципе, да, в принципе, судя по составу, они действительно без вот этого всего, что и написано на аннотации. Так, чем же отличается аннотация вот здесь вот на пачках без белой бумажки? Да ничего, то же самое, только тут паприка, тут, грубо говоря, там другие специи. Ну, не специи, а травки вот эти молотые. Создаются из 4 видов зерна, которые благодаря специальной технологии спекаются между собой без единой капли масла, образуя вкусные хрустящие кусочки. Абсолютно натуральный продукт. Масло наносится холодным способом, без обжарки. Имеют минимальное время термообработки. Зачем, кстати, масло добавлять, если масло, ну, для того, чтобы что-то на нем обжаривать. Ну, либо в салатик добавить, если это вкусное оливковое. Не содержит вредных добавок, меньше килокалорий. Чем где меньше килокалорий? Интересные ребята. Подходит для веганов. Вот, и вот веганы, смотрите, с йодированной солью. Изготавливает это все ООО «Арт АМ», Москва, электролитный проезд. Что-то уже адрес какой-то знакомый. Что-то там было у нас. Ну, в общем, вот. И мобильный телефон для связи. Интересно. Если кому-то интересна калорийность, то вот, пожалуйста, белки, жиры, углеводы. Углеводов больше всего, поэтому это нифига не зожная, мне кажется, тема, хотя я в этом не очень понимаю. Килокалории 470 на 100 грамм. Ну, то есть это не низкокалорийное блюдо и нифига не белковое, потому что белков всего 7 граммов. Хотя Дима говорит, что 7 граммов это много. Ну, наверное, много. Окей. Если вы разбираетесь в этих вот БЖУ, то напишите, 7 граммов это много на 100 граммов продукта, или все-таки, или куриная грудка рулит, а? Так, продукты, полученные методом экструзии или расширения теста с пряностями или соленой. А, слушай, это, наверное, вот такие штуки, как в магазинах в больших стоит, знаешь, где вот детские такие, что круглые, как объяснить-то, круглые, хрустящие такие штучки делаются. Вот это, походу, оно же. Тут под этой наклейкой все-таки вот интересно. С томатами острые. А под этой наклейкой просто с томатом написано. У меня есть подозрение, что они, видать, сыпанули случайно чили, да? И чтобы партию не портить, они наклеили наклейку, что они острые с томатами. Давай вот это посмотрим. Вот с томатами, итальянскими травами. Сейчас аферу века раскроем, серьезно. Абсолютно тоже, просто с томатом. Просто с томатом. С томатами и оливками, я подозреваю. А здесь нет наклейки, тут действительно томаты и оливки. Пошел запах, я еще пока не вижу, что внутри, я сейчас все буду открывать и тестить. Ну что, я пока еще не смотрел внутрь, что вы там видите, Дим? Что-нибудь адекватное там есть вообще?
Первые две пачки. Томаты итальянские, травы, томаты, оливки. Вторые две пачки. Ну, что сказать, вот единственные, которые внешне хорошо отличаются, это с паприкой. Вот они вот, такие вот оранжевые. Вот эти, они все очень похожи. Причем вот эти особенно похожи с этими. Вот это с томатом и острым перцем, а вот это с томатом и оливкой. Вот, оливками. Острый перец, оливки. Чем они отличаются, непонятно. Выглядят они очень обсыпанными, скорее приятно, нежели нет. Ароматы идут такие довольно бодренькие. Ну что, вот такие вот хрустяшки. То есть это ровно то, что вот действительно я рассказывал про торговые центры. Я не знаю, как этот продукт называется, который из зернышка делает огромную такую, огромную классную хрустящую штучку. Давай пробуем. Томаты и острый перец на наклейке. По факту просто с томатами. Не, есть остринка. Я сначала не поймал остринку. Сейчас, подожди, давай вот сразу бахнем с оливками. Абсолютно никакого вкуса оливок я не чувствую. И в составе нет оливок. Не, есть оливки сушеные молотые в самом конце списка. И вкуса оливкового нет абсолютно в этих чипсах. Во-первых, была острота, во-вторых, нет практически ничего во вкусе. Ладно, давай пробуем папричный, самые отличающиеся от всего остального. Довольно приятный вкус паприки. Я пока про сами чипсы не говорю, сейчас я скажу свое мнение. По поводу вот специй пока, да, как специи распределены в этих продуктах. Итак, и у нас остался четвертый с томатами и итальянскими травами на наклейке. А без наклейки просто томат. Продукт неинтересный. Не потому, что я не зожник, не поэтому. Он неинтересный, потому что от него зожит и не особо, да. То есть это все равно зерновая какая-то история, а зерна, они же не низкокалорийные. Да, если там мы едим утром кашу, например, там много калорий в каше. Просто это полезные там углеводы. Окей. В данном случае, я не знаю, как зожники, наверное, вам лучше судить, как бы это зожная история или нет. Что касается специй, в принципе, они более-менее постарались все это обсыпать чем-то. Но вкус вот практически везде одинаковый. Такой легенький томатный вкус, где-то поострее, где-то без вкуса оливкового масла. Но, тем не менее, вот этот томатненький вкус есть. Единственное, с паприкой они немножко отличаются. Он, наверное, более интересный, вот этот вот сладковатый папричный привкус. И все. Сами вот эти чипсы, они по консистенции, лично для меня, они неинтересны, они невкусные и неприятно их есть. Это то же самое, что хлебцы, вот вы покупаете, вот эти вот, там, круглые бывают, бывают квадратные в магазинах, да, там, когда пытаетесь себя питать иллюзиями, что вы сейчас купите хлебцев и похудеете. Вот это вот те же самые хлебцы, только в виде треугольных чипсов, обсыпанной паприкой, и которые продаются за кучу денег, то есть 70 рублей за 40 граммов, ну это дичь, конечно, для такого продукта, мне кажется. Килограмм этого продукта будет стоить там 1500 рублей. Вы прикалываетесь, что ли? Это сколько куриной грудки-то можно купить на эти деньги? В общем, вот такой вот обзор. Честно, я бы не советовал, я бы такое покупать никогда не стал. Но если вы очень дофига зожник и там... И не можете купить просто хлебцы и посыпать чем угодно, вот если у вас специй нет, то вам тогда придется платить по 70 рублей за пачку в 40 граммов. А так купите обычные хлебцы, вот эти вот полезные, там, 4 злака, посыпьте паприкой, солью, и будет то же самое. Ну и давайте для истории выставим оценочки. В общем, вкус я поставлю 2, не 0, потому что все-таки какой-то вкус есть. Натуральность, пожалуй, 5. Никаких вопросов к этой штуке нет. Ну и цена. Цена я поставлю тоже 2. Тоже не 0, потому что могли бы еще неадекватнее, наверное, продавать. Потому что зожники готовы платить кучу денег, насколько я понял. Ну, молодцы, они зато зожники. А я лучше бургер съем. Да. За здоровье, вы знаете кого, да? Сергей Семенович, за ваше здоровье.
флай-чипсы. Всего вам доброго, пока. Слышь, Дима, не ходи на митинги, понял? Не втирай дичь. Не, ну надо было такой клип снять, блядь, вообще. Ну ладно.